Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, и сегодня мы будем играть в Need for Speed The Run. Поехали! Так, берем вот такую машинку. Отличная, точила такая. Dodge Challenger. Или Charger. И будем сейчас на ней летать с вами. А перед этим я хочу вас попросить, ребятки, поставить палец вверх и подписаться на канал. Будет много всего полезного, интересного и все для вас, дорогие мои друзья. Ну что ж, сейчас посмотрим, на что эта машинка годится. Какая у нее мощь. Ух, какая. О, ребята. Вот это да, вот это я понимаю. Вот это я понимаю, Dodge у нас, да? Такой большой, смотрите, ребят. Бонус за дрифт. Вот это да, вот это точило у нас. Так, ну что ж. Аккуратненько, аккуратненько. Вау-вау-вау-вау-вау. Так, машина уже у нас побита немножко, но ничего. Нам самое главное нужно приехать к финишу. А там мы будем смотреть, как дальше будут развиваться события. Да что ж ее так заносит, ребята, вы видели? Ее реально несет. Она тяжелая просто очень. Очень мощная. Ее в повороты входит она вообще никак. Поедем по кустам, ничего страшного. Ой-ой-ой-ой. Так, вижу уже соперников своих. Так, давай газу, газу, газу. Так, я должен их обязательно обогнать. Так, включаем. Еще у нас есть нитро, ребят. Это я и забыл за него совсем. А вот и Ford Mustang старый, ребят. Надо его наседлать, обогнать. Да, повороты, конечно. Хожу вообще как профессионал. Машину уже разбил полностью. Стекло разбито, посмотрите, все уже разбито. Куда меня Porsche гоняет? Carrera или Cayman или 911, что это было? Он реально меня чуть не обогнал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, авария. Вот как так можно? Скажите мне, пожалуйста. Как? О, машинку уже починили мы. Porsche, как всегда, обошел меня. Но ничего, я думаю, мы его должны догнать. На нашем Dodge. Текущая позиция четвертый. Я еду четвертый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не люблю быть последним, но что ты сделаешь? Приходится. Так, текущая позиция второй. Ребята, я выбился в лидеры. Возможно, может, еще я и выиграю. Так, тихонечко обгоняем транспорт. Порш опять хочет. Порш меня просто убил. Сдвинул с дороги, я врезался в камень. Представляете, смотрите, авария. Порш меня просто скинул с дороги, реально, ребят. Где он? Я хочу его найти и отомстить ему. Где этот негодяй? Где этот подлец и негодяй, который скинул меня с дороги? Ребята, уже финиш. А я последний приехал. Попробуйте еще раз. Перезапустить заезд. Да нет, я уже не хочу. Попробуем в следующий раз. Сейчас мы лучше выберем какую-то гоночку.
немножко другую, которая не будет нас так напрягать, как напрягает это. Так, серии состязаний. Так, давайте возьмем. Давайте возьмем что-то интересное. Вот, загородная гонка хочу. Так. Опасный круг. И будем мы кататься на Ford Mustang. На старом заделанном Ford Mustang, ребят. Ну что ж, погнали потихонечку. Так, выбираем Ford Mustang этот. И вперед, поехали. Посмотрим, на что он способен, этот Ford Mustang. Надо было бы немножко управление поменять мне, потому что немножко неудобно играть. Ух, какая точила, ребят. Как форсажи прямо. О, вот это да. Посмотрите, как... Все подтвердилось, это он, начинаю преследование. Еще и полиция меня преследует, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Берегитесь, он пытался выбить меня. Берегитесь. Она повреждена и неуправляема. Время вышло. А какое время? Мне нужно было оторваться от него или что? А, контрольные точки нужно проходить. Все, а то я не заметил. А срезать, срезать нельзя, что ли? Ну, странно. Ребята, я вам хочу сказать, что эта машина, Ford Mustang, довольно-таки старая. И очень тяжело ней управлять. Тем более полиция мне постоянно мешает. А Мустанг сам по себе старый. И управлять ним достаточно тяжело. И для того, чтобы доехать до следующей контрольной точки, вам понадобится... Очень много усилий, просто очень. Вот я доехал. Но зато Мустанг радует глаз, ребят. Он очень красивый, скажите. И очень мощный. И от полиции уходит аж... засада, вау! Вот это да, чуть не попали в засаду, ребят. Чуть не попали с вами в засаду. Торопитесь. Да, я, авария. Разбил я свой мустанг, ребятки, разбил. Да, поехали дальше. Он обошел перекрытие, за ним скорее. Он повредил свою машину, окружаем. Он повредил свою машину, окружаем. Так что меня сейчас полиция может схватить, ребят. Прижмитесь к обочине. И не подумаю. Я буду ехать, потому что я устанавливаю сам свои правила. Это мое свободное пространство. Как хочу, так и катаюсь, ребят. Нет, ребята, меня не взять просто так. Так, ну что ж, дорогие друзья, куда ж ты едешь? Ну, ё-моё, на дорогу не смотрел. Засмотрелся на вертолет или на самолет. Что там летело, представляете? Засмотрел. Вот как так может быть? Просто. Так, ничего, дальше. Едем, едем. Включаем нитро. Вау, через сарай, ребята, вы видели? Прорвался через какой-то колхоз. И опять авария. Да что ж такое-то? С этими авариями никак нельзя нормально ехать, что ли? Вот опять этот сарай.
Да что, куда ты едешь? Куда ты едешь? Еще и полиция на хвосте. Он попал в аварию, еду к нему. Самолет полетает. Засмотрелся на самолет, ребята, и врезался. Так что, когда вы за рулем, никогда ни на что не засматривайтесь. Да что ж такое? Что ж такое? Опять в дерево врезался. Вот меня так и любят. Деревья разные, сараи, машины. Попробуйте еще раз перезапустить заезд. Да нет, ребятушки, в следующий раз. Так, ребятушки, подписывайся на мой канал. В следующем выпуске будем играть на других точилах кататься. Всего, до встречи.